как идут у нас дела. Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза. За исключением пустяка. Что так, такое? Ерунда, пустое дело. Кобыла ваша околела. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, Мартен, ужасный случай. Моя кобыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза? Ведь это право ерунда. С кобылой что? Пустое дело, она с конюшнею сгорела. Что? А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, Паскаль, мутись сразу. Какой неслыханный удар. Скажите мне всю правду разом, когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза. И хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Еще? Сгорел ваш дом с конюшней вместе, когда пылало все поместье. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвым в печи, он опрокинул две свечи. Попали свечи на ковер и запылал он, как костер. Погода ветреная была, ваш замок выгорел дотла. Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню отхватил. Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Ля-л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 я. Все хорошо, все хорошо. Ирина Климова и Леонид Серебренников. Добрый вечер, здрасте. Ну, кто же не знает этой песни? Мне кажется, она существует уже миллионы лет. И кто только ее не пел. Как хорошо, что песни эти живут. Михаил Захарович, вы улыбаетесь, это прекрасно. Я улыбаюсь, потому что это прекрасно, туз. Я восхищаюсь просто. Я восхищен вами. Низкий мой поклон. Великолепная, потрясающая игра. Точное, абсолютно пение. Легко. Просто вот, вот так вот раз и сделал. Это мастерство, это профессионализм. Туз. Александр Васильевич. Ну, это истории, вообще говоря, почти 1000 лет. Она пересказывается в виде анекдотов, меняются страдальцы по сюжету там и так далее. Это еще в 12 веке был такой испанский звездочет и переводчик, звали его Педро Альфонсо. И вот он собирал из разных народов такие легенды, какие-то интересные истории, издал даже книгу, которая стала очень популярной. И вот в этой книге есть такое произведение, которое называется «Рассказ о черном слуге». Ну и суть такая, что вот хозяин идет, навстречу ему слуга, хозяин только что с ярмарки хорошо расторговался, и он говорит слуге: не вздумай мне сказать какие-то плохие вещи, я вижу у тебя грустное лицо. И он ему говорит: так ничего, все прекрасно, хорошо, только вот собака ваша, значит, померла. Ну и так далее, дальше все по сюжету. Как померла? Там бык задавил ее. А бык почему? Значит, потому что сын ваш упал с балкона, испугал этого быка, тот задавил собаку. Вот. Ну все хорошо, если не считать, что умерла ваша жена от того, что узнала, что сын ваш выпал из окна. Ну и так далее, и так далее. И в конце, значит, и служанка, которая уронила поминальную свечу, от которой загорелся дом, и, в общем, и служанка тоже сгорела. Короче говоря, все сгорели, а в остальном все хорошо. Вот такой колобок.
Ну, чудесное вот сегодня, просто прелестное, я бы сказал, исполнение. Прекрасно сыграно. Не добавить, не убавить, просто такой чудесный номер, который создает просто великолепное настроение. И я ставлю с удовольствием вам обоим туза. Боже мой! Любовь Успенская. Мне кажется, что было очень много прекрасных слов, комплиментов сказано в адрес этого номера, этих замечательных исполнителей. Даже нечего добавить, я с удовольствием слушала, с удовольствием смотрела на вас. Прекрасно сыграли, настолько естественно, так легко. Это даже был какой-то сюжет из фильма. И, конечно, я вам ставлю туза крепкого. Александр Яковлевич. Я сразу скажу, по тузу на каждого, два туза. Спасибо. Во-первых, Ира, я по вам очень скучал. И я. Вы замечательная девица. Я увидел сейчас двух великолепных актеров, двух замечательных вокалистов, легко, свободно спевших, все точно, правильно, с великим мастерством. Не хотелось бы такого говорить, но я думаю, что вы, в общем-то, Леонид Осипович Утесова с Эдит, вы сегодня переплюнули, как мне думается. А мы-то как рады, что Ирина Климова сегодня заглянула к нам в шоу «Три аккорда» на программу «Дуэты» и поддержала Леонида Серебренникова. Ну а у дуэта 4 туза! Спасибо. Спасибо, Ирочка. Спасибо тебе. Спасибо.